Татьяна Овсиенко планирует стать матерью. Певица вот уже 10 лет состоит в гражданском браке с бизнесменом Александром Меркуловым. А поход в ЗАГС Татьяна и слышать не хочет. Хотя признается, что предложения руки и сердца от ее избранника поступали неоднократно. С августа 2016 по май 2017 возлюбленный Овсиенко находился в СИЗО. И теперь, когда он вышел на свободу, ничто не мешает паре строить планы на будущее. Так недавно влюбленные подняли вопрос о том, чтобы обзавестись детьми. У Татьяны уже есть взрослый приемный сын Игорь. Однако певица мечтает родить самостоятельно. Александр предлагает суррогатную мать. Но вот не знаю, готова ли я к этому. Надо пройти определенные процедуры. Больше склоняюсь, чтобы я сделала это сама, рассказала она. Звезда 90-х добавила, что ей не слишком важен пол будущего ребенка, и она не прочь стать мамой двоих или троих малышей.